сотрудниками МВД по Кабардино-Балкарской республике и ОФСБ Российской Федерации по Кабардино-Балкарской республике в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в городе Нальчике в одном из складских помещений была обнаружена незаконно хранящаяся крупная партия табачной продукции. В ходе обследования помещения оперативниками было изъято более 1 миллиона пачек сигарет с логотипами российских и иностранных производителей, которые не были маркированы специальными акцизными марками. В ходе осмотра складского помещения сотрудниками полиции обнаружены оргтехника, печати различных организаций, средства видеорегистрации, документы и черновые записи, которые подтверждают незаконное происхождение табачной продукции. По данному факту следственным управлением УМВД России по городу Нальчик возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению организатора и соучастников данной незаконной деятельности.